Всем привет! Сейчас я нахожусь на станции метро ЦСКА. А на схеме станция ЦСКА расположена здесь. Теперь, чтобы выйти к торговому центру, необходимо ориентироваться на выход под номером 1. Он сейчас перед вами. Ну что, друзья, поехали! Так, мы на Ходынском поле, а эти большие буквы «Авиапарк» указывают нам на вход в торговый центр. Слева по ходу движения вы увидите оригинальное офисное здание в виде чаши. Вон оно вдалеке. Это здание футбольного клуба ЦСКА. Там же находится и стадион. Если вам будет интересно, как туда пройти, переходите по ссылочке в описании. Справа, чуть более 300 метров, вы найдете баскетбольный клуб ЦСКА. Для любителей баскетбола я чуть позже сниму отдельное видео. А пока мы продолжаем свой путь в торговый центр. Слева вы видите гардеробную. Здесь можно оставить верхнюю одежду и ненужную ручную кладь. Сейчас она пока закрыта, потому что не сезон. А по сути мы уже в торговом центре. Осталось подняться по эскалатору, и мы на месте. Торгово-развлекательный комплекс находится на Ходынском поле по адресу Ходынский бульвар, дом 4. Открылся он 28 ноября 2014 года. Общая площадь составляет 400 тысяч квадратных метров, а торговая 230 тысяч. Это второй в Европе торговый центр после торгового центра Уэстфилд в Лондоне. Инвестиции в авиапарк составили 1,4 миллиарда долларов. И на сегодняшний день в торговом центре работают 415 магазинов, 82 ресторана и 30 развлекательных площадок. Этот комплекс, как и все другие в Москве, уникален тем, что в центре находится самый высокий цилиндрический аквариум в мире. В 2015 году он занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Высота колбы 20 метров и 6 метров в диаметре. Вмещает 370 тысяч литров морской воды, и в нем плавают около 2500 рыб, большинство которых завезены из Красного моря. И этот аквариум вы уже лицезреете на своих экранах. Завораживает, не правда ли? Правда, эту мощь и красоту не передать через камеру. Ее лучше прочувствовать своим личным присутствием и сделать фото на память. А если повезет, то еще сможете увидеть, как плавают водолазы, кормят рыб и чистят аквариум. На этом все, друзья. Надеюсь, это видео было для вас интересным. А я по-прежнему остаюсь с вами и до новых встреч. Пока-пока!